Сегодня мы с вами совершим виртуальную экскурсию по Московскому Кремлю. Кремль – это треугольная территория, огороженная стенами и 20 башнями, у каждой из которых есть свое название. За красными зубчатыми стенами располагается настоящая архитектурная сокровищница. Центральную соборную площадь Кремля образуют древние постройки русского зодчества. Соборы Успенский, Благовещенский, Архангельский. В центре Кремля возвышается знаменитая колокольня Ивана Великого. Царь-колокол самый большой в мире. Вес 200 тонн. Высота 6,14 метра. Диаметр 6,6 метра. Царь-пушка. Вес 40 тонн. Длина 5 метров 34 сантиметра. Возле пушки лежат лафет и ядра. Вес каждого ядра равен 1 тонне. Большой Кремлевский дворец служил временной резиденцией императорской семьи во время пребывания в Москве. Раньше на этом месте существовал дворец, построенный в XVIII веке архитектором Растрелли, а до этого – Великокняжеский дворец Ивана.